Боль может сделать тебя сильнее, а может сжечь дотла. Выбор остается за вами. Ваш путь всегда останется вашим путем, вы можете взять других людей с собой, но не можете сделать так, чтобы кто-то прошел этот путь за вас. Вы можете упасть, но никто не сможет помешать вам подняться снова и продолжить свой путь. Движение к вашей цели может быть долгим и утомительным, но важнее всего то, что вы движетесь в ее сторону. Возраст создает морщины на теле, а отказ от мечты создает морщины в душе. Следите за своими словами, их не возьмешь обратно, они могут ранить больно, а извинений может не хватить на исцеление. Истинная любовь может вырасти только на предоставлении свободы и умении прощать. Зрелость наступает не тогда, когда мы начинаем говорить о больших вещах, но тогда, когда мы начинаем понимать мелочи. Если кто-то не может принять ваших худших сторон, он не заслуживает лучших. Живите так, как если бы кто-то говорил о вас плохо, но никто не мог им поверить. Не вешайте ярлыки на других людей, они могут казаться не теми, кто они есть на самом деле. Они могут быть кем-то большим, чем вы думали сначала. Не позволяйте тому, что не имеет значения, привести вас к потере того, что важно. Тот, кто жалуется на все вокруг и ничего не ценит, может быть самым опасным врагом вашего успеха. Не бойтесь идти медленно, бойтесь стоять на месте. Это худшее, что вы можете для себя сделать. Говорите правду, она как бумеранг, и подобно лжи способна возвращаться обратно. Люди редко замечают, когда для них что-то делают. Они замечают это, когда для них перестают это делать. 90% наших забот касается того, что не случится. Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма. Если у вас выбор между двумя людьми, то выбирайте второго. Потому что если бы вы по-настоящему любили первого, то второй бы и не появился. Чтобы найти новый путь, нужно уйти со старой дороги. Только действия человека говорят о его личности и его отношении к вам. Не верьте словам, просто наблюдайте, и вы увидите истину. Правило, по которому нужно жить, оставаться человеком в любых ситуациях. Мы думаем, что Бог видит нас сверху, но Он видит нас изнутри. Если вы найдете человека, с которым сможете себя вести так же свободно, как ведете себя наедине с собой, то цените его как воздух. Сильный человек – это не тот, кто побеждает слабого, а тот, кто помогает слабому стать сильным. Случайности не существует, все на этом свете – либо испытание, либо наказание, либо награда. Жизнь – не те дни, что прошли, а те, что остались. Там, где нас ждут, мы всегда оказываемся точно в срок. Если хотите иметь успех, вы должны выглядеть так, как будто вы его имеете. Те, кто читает книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. Когда указываешь пальцем на других, посмотри, что три других пальца указывают на тебя самого. Самый страшный враг – сомнение, из-за него мы теряем то, что могли бы получить, но даже не попробовали. Не обижайтесь на слова, когда не видите глаз. Рецепт успеха. Учитесь, пока остальные спят. Работайте, пока остальные болтаются без дела. Готовьтесь, пока остальные играют. И мечтайте, пока остальные только желают. Иногда одно прикосновение может натворить гораздо больше, чем ты думаешь. Через 20 лет вы будете более сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что вы сделали. Если человек ищет смысл жизни, то он ничего не найдет. Если человек ищет саму жизнь, то он найдет ее смысл. Жизнь не зебра из черных и белых полос, а шахматная доска. Здесь все зависит от твоего хода. Лучше красиво делать, чем красиво говорить. Куда бы вы ни стремились, начните оттуда, где вы находитесь. Когда ты одинок, это не значит, что ты слабый. Это значит, что ты достаточно сильный, чтобы ждать то, что ты заслуживаешь. Будьте внимательны к своим мыслям, а не начало поступков. Не всегда просит прощения тот, кто виноват, просит прощения тот, кто дорожит отношениями. Друзей выбираем мы сами, но лучших оставляет время. Порой за счастье нужно бороться с самим собой, с ленью, гордыней, привязками. Большинство людей проводит жизнь в плену, потому что живут лишь будущим и прошлым. Они отрицают настоящее, хотя настоящее – это то, с чего все начинается. Истинное отношение к человеку не зависит от настроения и обстоятельств. Любовь – это бесценный дар, это единственная вещь, которую мы можем подарить, и все же она у нас остается.
Не полагайте слишком сильно на кого-нибудь в этом мире, потому что даже ваша собственная тень поедает вас, когда вы в темноте. В этом мире есть только один способ заслужить любовь – перестать требовать ее и начать дарить. Говорить не думая – все равно, что стрелять не целясь. Все хотят изменить мир, но никто не хочет измениться сам. Слишком много людей ломается, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом. Самое жестокое – это расставаться без объяснений, молча уйти, оставив человека наедине с сотнями острых, как бритва, вопросов в голове, на которые только ты можешь дать ответ. Наши взгляды, как наши часы, все они показывают разное время, но каждый верит только своим. Чем больше ты стараешься добиться человека, который тебя не ценит, тем больнее для тебя будут удары его равнодушия. Чтобы к тебе прислушались, иногда достаточно перейти на шепот. Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Когда мне тяжело, я всегда напоминаю себе о том, что если сдамся, лучше не станет. Сегодня люди перестали воспринимать друг друга как собственно людей. Их интересует все, что угодно. Как ты одеваешься, сколько ты зарабатываешь, на какой машине ездишь, только не ты сам. В жизни нет большего удовольствия, чем удовольствие от преодоления трудностей на пути к успеху. Жизнь – это серия проблем, и выбор за нами – либо ныть, либо решать их. В этой жизни не важно, как ты падаешь, важно, как ты поднимаешься. Чтобы летать с орлами, не паситесь с индюками. Никогда не пользуйтесь советами людей, которые живут не так, как мечтаете жить вы. Единственный человек, с которым ты должен сравнивать себя – это ты в прошлом, и единственный человек, лучше которого ты должен быть – это ты сейчас. Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают. Рискуйте. Если вы победите, будете счастливы, а если проиграете – мудры. Верить людям несложно, сложно поверить заново. Единственный рецепт для любого дела – быть искренним. Когда ты увлечен, делаешь что-то искренне, тогда все получается. Люди всю свою жизнь проводят в поисках чего-то прекрасного, но в итоге получают то, что заслуживают. Нас никогда не обманывают, мы обманываемся сами. Каждому человеку в течение дня предоставляется не менее 10 возможностей изменить свою жизнь. Самые важные слова в своей жизни мы произносим молча. Смешон орущий в ярости, но страшен молчащий в обиде. Общаясь с человеком, помни, что он о себе хорошего мнения. Сегодня необычный день, сегодня день, в котором создается наше будущее. Чем чаще вы поворачиваетесь к страху лицом, тем меньше у него остается сил. Не бойтесь любить, любовь побеждает и будет побеждать. Главное в борьбе друг за друга верить друг другу.